Добро пожаловать на мой канал «Умно и разумно». Сейчас с вами приготовим самое мощное средство для поддержания иммунитета и укрепления вашего здоровья, и которое будет направлено в борьбу против вирусов. Этот сильный эликсир, который отлично подойдет для повышения иммунитета, это настоящее чудо для вашего организма и одно из лучших лекарств от простуды. Кроме того, он является хорошим сочетанием для борьбы с простудой и вирусами и отлично подойдет для снижения уровня холестерина, а также артериального давления. Всем известно, насколько мощным являются данные ингредиенты, и в сочетании друг с другом они представляют собой настоящую защиту против вирусов. По желанию можете добавить четвертый ингредиент – лимон, и ваше средство будет еще сильнее. Перечисленные ингредиенты хватит на приготовление одной баночки. Если хотите приготовить побольше, то удвойте порцию. Возьмите одну головку чеснока, корень имбиря и немного меда. Приготовление. Очистите зубчики чеснока, также очистите корень имбиря. Хорошенько измельчите. Сложите измельченную смесь в чистую сухую банку. В эту банку добавьте меда. Все хорошенько перемешайте. Имбирь является очень хорошим антиоксидантом, в котором много минералов и витаминов. А в народной медицине его используют для борьбы с гриппом и простудой. Закройте банку крышкой и храните в темном прохладном месте. Принимайте по одной чайной ложке по утрам натощак. Надеюсь, что вам этот рецепт пригодится. Желаю вам здоровья!